Всем привет, ребята! Вы на канале Мистер Кекс, и с вами я, Вовкин. Ребята, поиграем сегодня в Shadow Fight 3, будем проходить четвертую главу на невозможно. Давайте зайдем и посмотрим, кто у нас там будет. А будет у нас тут старый добрый враг. Отбейся от Северного Воина. Северный Воин, представляете? Так, но для начала, прежде чем пойти в бой, ребятушки, передам приветики. Вот, в общем, передаю привет Владику, Ирина Биак Кэт. Ну, никнейм такой. Вот, дальше Екатерина Пудова, Самир Абихев. Всем вам, ребятки, огромнейший привет. И следующие приветики у нас будут немножко позже. Так что видео смотрите без перемотки, чтобы не пропустить свой приветик. Ну что же, ребятки, поехали. Будем отбиваться от Северного Воина. Вот так вот так. Тут нас Джун предупреждает. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть? И нет, спасибочки. Не хочу я никуда идти в экипировку, потому что лучшие вещи, которые я считаю, они уже на мне. Вместе со, с моей заостренной катаной. Так, ну что же, вот этот северный, ребятки, воин, северный олень. Вот, ха-ха, получай. У него копье просто какое-то громаднейшее. Копье дубина, я бы сказал, посмотрите. Оно очень большое, какое-то толстое, широкое, здоровенное. В общем, как копье викинга самого настоящего, да? Хача! Хачапури! Вот так вот, смотрите, прям сейчас мне прям подфартило. И, по-моему, это даже было отлично, да? Идеально, идеально, вот так вот, идеальный Вовкин. Ребятки, это, наверное, все потому, что вы уже поставили лайк под этим видео. Наверное, поэтому я уже и выиграл, прям на идеально. Потому что я вот уже раз 10 его пытался сегодня зафигарить, и никак не получается. Думаю, сниму видосик, попробую на видосик его зафигачить. Может быть, получится. Потому что прям на видосик я вообще прям собираюсь силами. Вот, очень прям концентрируюсь, потому что я знаю, что я должен победить. Вот так вот, смотрите, что мы делаем. Все-таки это же видео, правильно? Оно должно быть красивым. Так, ну тут нам не повезло. Тут он прям что-то разошелся, этот северный воин. Ну да ладно, у нас есть еще одна попытка, еще один раунд. Так, главное тут не тупить и сразу начинать его фигачить. А ну-ка, бросочек, бросочек, браточек. Сделай бросочек. Хачапури. Держи, держи, держи. Ой-ой-ой, хорошо. А теперь смотри, вот так. Вот так вот. Такое ощущение, что у него жизни прибавляются, вы не заметили? Может, мне что-то кажется? Так, еще чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть. Есть, ребятки, вы не поверите. Йо-хо-хо-хо. Это идеально, вы видели? А ну, идеально. Смотрим, смотрим, идеально. Ёк-макарёк, ребята. Чудеса просто, я вам честно говорю. Я сегодня раз, не знаю, 10, может быть, даже 15 я пытался его победить. У меня никак не получалось. Я начал записывать видео, и я его победил. Хо-хо. Это потому, что вы меня поддерживаете. Я прям чувствую вашу поддержку. Ух, круто. Это что такое, учебный посох? Что-то он крутой какой-то. 1722. Какое-то новая карта. Или не новая? А нет, не новая, улучшена. Значит, он у меня был. И в бонусной карте у нас утяжеленная повязка. Отлично. Отлично, это мне радует. В экипировочку. Поглядим, чего у нас тут есть новенького и хорошего. Так, Маркус, говори, где лидер неумолимых. Тебе же все известно. Такие, как ты, не дерутся открыто, а строят козни за чужими спинами. Это ты кому говоришь вообще? А, этому послу, посол. А ты мудр не по годам, я погляжу. Нужен лидер неумолимых? Так бы сразу и сказал. Он назначил встречу легиону, чтобы предоставить нам универсальное оружие. Взамен просил оставить в покое его деревню. Это о ком они говорят вообще? О лидере неумолимых? Так, что тут заостренная катаночка у нас? Ух, хороша, да? Может ее улучшить? 1912, ладно, пока не надо. Так, чего у нас тут? Чего у нас тут? Латы посланника. Вот, ребятки, латы посланника 1543, но я не хочу их снимать, потому что там всего лишь одна способность,
А вот сюда можно всунуть аж целых 3 способности. Вот. Поэтому не хочу менять. Хотя они намного круче реально. Так. 386, от чего? Так, время перезарядки 8. Но тут у меня тоже время перезарядки 8, но есть теневая способность молния. И это очень круто. 386, 390. В принципе, ладно. Ничего менять не будем, все оставим так, как есть. А теперь продолжаем передавать приветики. Так. Паазак Гейм, привет тебе. Рома Комендант, тебе приветик тоже огромнейший. Дальше Виктор Янкви, Даниил Благов и Кьюбайт Крутой. Всем вам, ребятки, огромнейший привет. И да, кто хочет, чтобы его привет прозвучал в видео тоже, просто пишите в комментариях: Вовкин, передай привет, и я его обязательно передам. Так, ну что же, ребятки, мы идем дальше и посмотрим, что за чудо нас ждет дальше. Так, посол опять нам что-то тут трындит. Переговор от легиона будет вести лесной волк. Ничего себе. Индеец какой-нибудь, что ли? Вернее, переговоры вообще не состоятся. Дело в том, что волк не дипломат. Он профессиональный убийца. Ничего себе. Ему лишь надо подобраться поближе, и тогда требования выдвигать будем уже мы. Ничего себе. Победили снова волка. Опять невозможно. Ребятки, что ж там будет за волк такой? Так, Джун, перестань. Ох, эта женщина, да, постоянно предлагает какую-то ерунду. Так, где этот лесной волк? Давайте посмотрим, чем он будет биться. Хвостом своим волчьим, зубами, клыками. Сейчас поглядим. Он в шкуре волка будет? Точно, у него шкура волка на плечах. У него топорики. Ну, топорики это как бы вообще... По идее, это оружие не очень грозное, насколько я помню. Но смотрите, от моих... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Топорики, конечно, не грозное оружие, а вот ногами он пуляется очень хорошо. А вот так, смотри, смотри. Баба, ух ты. Ух ты. Он оказался первей. Его колено оказалось первей моей теневухи. Ну ладно. Размахался тут коленами, да? Коленями, вернее. Мои прыльчики вообще очень мало сил у них, жизни отнимают. Это не есть хорошо. Бросочек, бросочек. Бросочек. Вот. Понятно, что он все это блокирует. Ух ты, он еще и пригинается. Давай, давай, приливчик, приливчик пошел. Приливчик, приливчик. И еще раз приливчик. Ух ты. Ух ты. Ух ты, бро, бро, бро. Сырный бро за добро. Не промажь, не промажь. Промазал. Ух ты. А вот он не промазал. Вот что такое? Вот как так? Эх ты, волчара. Волка ноги кормят, да? Поговорка есть такая. Так, ну что же, проиграли, проиграли, бывает. Не страшно, ребятки. Я уверен, что волчье племя не выживет, а легион никогда не смирится с их дикостью. Нет, не смиримся. Поэтому пойдем опять в бой и будем побеждать этого волчару. Текс. Если что, ребята, я прокачаю свою катану. Вот, если уж прям такой он будет непобедимый, придется. Но, надеюсь, до этого дело не дойдет. Так. Ой, хорошо. Мы лишили его орудия. Вот вы видите, что мои броски ему, как говорится, как слону дробина. А вот он что-то сделает, прям такой крут. Что-то легенький какой-то ударчик, и у меня сразу пол жизни сносит. Вот смотрите, вот я не удивлюсь, что он сейчас вышибет, у меня очень-очень много жизни. Ой, все, хана мне, хана. Просто капец. Что это такое? Жесть какая-то. Несправедливость. Скандалы, интриги, расследования. Что происходит вообще? Почему так?
Это первый раунд был, теперь второй. Ах ты, волчара. Погнали. Беги в свой лес, братишка. Волк. Так. От моих приливов еще никто не убегал. Прилив. Бросок. Я говорю, бросок. Вот. А теперь прилив. А теперь вот так вот. А теперь сюрикенчики. Ух ты! Ух ты! Вот это он топор, да? Блин! Жесть. Жесть. Хана мне, короче. Окей, пацан, ты нарвался. Все, ребятки, я прокачиваю катану. Благо, у меня есть теневые монетки. 547. Не на того ты нарвался, парень. Так, идем в экипировку. Вот наша катана. Улучшаем. Конечно, конечно мы тебя улучшаем, детка. 120. Да куда мы ее прокачаем? 1939. А фиг с ним. Давай. Все, а ну-ка, сколько там? 1967. Все, пока мисс больше, я думаю, не надо. Я думаю, этого хватит. Этого хватит для этого волчары. Джун, отстань. Вот вечно она лезет со своими советами, да? Можно было бы в настройках как-то отключить ее. Было бы шикарно. Так, ну что, привет. Привет, медведь, хотя он не медведь совсем. Эй, ты что делаешь? Я же катану зачем прокачал? Чтоб ты меня вот так вот вырубил? Очень быстро. На идеально. Это не дело. Это совсем не дело. Так, ладно. Все, поехали. Все, ох. Чувствуется мощь. Сила и мощь, вы видите? Уже прям намного, намного лучше его фигарить начал. Вот. Броски, конечно, такие же фиговые. Все так же мало снимают энергии. Вернее, житухи. Ну, катаночка стала круче. Катаночка стала явно круче. Все. Победили, наконец-таки. А то что-то прям он разошелся. Думал, крутой парнишка. Нифига, великолепно. О, это великолепно, это было шикарно просто. Крутотенечко. Так, третий раунд, ребятки. Все, Вовкин, соберись, соберись, соберись. Собрался, не разобрался. Так. Главное не дать ему меня ударить. Потому что если он меня лупанет, то это будет просто хана. Он там что-то кряхтит, там что-то... Баля, баля. Так. Ой, хорош. А ну-ка, еще разочек. И еще разочек. Вот такой бы сейчас... Бросок, 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 бросок. Бросок. Звездочка. Сюрикенчики. У-ху-ху-ху-ху. Ребятки, есть победа. У-ху. Катана рулит, заостренная катана. Просто супер. Кто еще не прокачал, обязательно качайте, выкачивайте. Хорошее оружие. Мне нравится. Имба, имба, имбическая, скажем даже так. Имбища. Так, ну что, мы подходим к 13-му левелу. Так. Чего у нас тут? Легкие камы. Легкие и редкие, самое главное, да? Это что за робо-монаха с какими-то бусиками, вы видите, на шее? Бусики на шее. Так, и что там? В бонусных у нас стальные саи. Окей, продолжаем. Так, в экипировке что-то у нас опять поменялось. Что поменялось опять? Посол. Нет, нет, нет. Это же наш лучший легионер. Ты за это поплатишься. Я натравлю на тебя целую армию ликвидаторов. Ха, отстань. Опа-на. Опа-на. Это что за пассажир? Дэн Рао. Я смотрю, вы тоже здесь, коллега. Наверняка вам назначил встречу наш новый друг. Неумолимый лидер. Или как там его? Дэн Рао, когда-то я с ним уже бился. Посол опять говорит, он планировал столкнуть наших лучших военачальников. Хитро,
Но сейчас это не важно, я умываю руки. Трус убегает. Так, что у нас там в экипировочке, давайте поглядим. Говорит, я умываю руки. Умой лицо лучше. Так. Идем опять невозможно и посмотрим, кто же здесь. Денрал, могу ли я попросить вас покинуть территорию? Для вашего же блага. Он нам угрожает, вы представляете? Ты тоже привел своего убийцу? Отряд проклятых, отец его же его распустил. Ты что же, ослушался и сохранил людей оттуда? Судя по всему, да. Распускать отряд профессионалов только за то, что они якобы чересчур жестоки в битвах? Я повторяю свою просьбу. Ну, хоть чтобы мы убрались. Лидер неумолимых даже не явился, но уже вас обманул. Или если кто с ним и будет сегодня разговаривать, то это мы. Короче, сразись с военачальником от Денрао. Поглядим, что это за птица. Военачальник от Денрао. Посмотрим, что за зверюга там будет, да, ребятки? Так, я надеюсь, вы за меня болеете. Лайкосики все прям уже поставили. Уже там 3000 лайков, может быть, собралось. Ха-ха. Ух ты. Что это за клоун какой-то, а? Какой-то он прям весь такой в золотистых доспехах прям. Ты что, крутой парень? Сейчас посмотрим, насколько ты крут. Доспехи у тебя красивые, не спорю. А вот насколько ты хороший боец, сейчас мы, ребятки, это поглядим. Ай-яй-яй-яй-яй, я использовал свою способность просто зря. Вы знаете, по-моему, не такой уж он прям и крутой боец, потому что я практически его зафигарил. Вот. Если бы я не стал использовать тенеуху, возможно, ему была бы хана. Ух ты. А может быть, он крутой боец все-таки. А может быть, я ошибался. Военачальник. В общем, фрукт он еще тот. Да? Типочек такой. Ладно, ребятули, в общем, не будем затягивать видео, делать его слишком длинным. Давайте на этом попрощаемся, но ненадолго. Увидимся мы, конечно, очень-очень скоро, потому что я буду продолжать эту игру. Вот. Если вам понравилось видео, конечно же, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Вот. Не забывайте про колокольчик. Ну и, конечно, делитесь моими видосиками в соцсетях. Все, ребятульки, с вами был Вовкин. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.